Я бы хотела остановиться на вопросе, который связан с формированием высшего должностного лица муниципальных образований. Это новая форма, которая пришла в этом году. Она предпринимается тоже. Сегодня идут изменения в целом по Российской Федерации. Местное самоуправление за единоначалие на местах. Это чтобы глава муниципального образования, он же был глава администрации. То есть здесь... Как мы полагаем, и это совершенно очевидно, и об этом даже говорят граждане, что повышается мера ответственности, то есть она конкретно устанавливается за конкретным лицом. Поскольку в исполнительной власти проблемы с кадрами, то есть сегодня не обозначены обязательные критерии приема на работу. Поэтому сегодня, ввиду вот этого принятия нормы закона, что это будет на конкурсной основе, ожидается в целом по стране, что к этим должностям придут люди, соответствующие критериям, и будут настоящие хозяйства, не знающие свое дело, что, собственно говоря, и нужно гражданам на местах.